В школе номер 13 торжественная линейка. Повод важный. Здесь появилась парта героя. Учреждение носит имя дважды героя Советского Союза, космонавта Владимира Александровича Джанибекова. Именно ему и посвящен этот школьный письменный стол. Самый опытный. Никто из советских космонавтов, кроме него, не совершил 5 космических полетов. Общая продолжительность их составила 145 суток, 15 часов, 58 минут, 35 секунд. Каждый был важнейшим шагом в освоении космоса. А спасательная экспедиция на мертвую станцию «Салют-7» стала первой, подобной которой в истории мировой космонавтики ранее не было. Экипаж «Союз-Т-13» впервые в мире произвел состыковку с неуправляемым объектом орбитальной станции «Салют-7». Осуществил выход в открытый космос с 5-часовой продолжительностью работ для установки дополнительных солнечных батарей. Каждый ученик нашей школы должен знать, кто это. И мы делимся опытом, что нам рассказывали взрослые, и даем пример, как себя нужно вести и что нужно знать. Парта героя – проект партии «Единая Россия». На письменном столе ученика изображено фото выдающегося человека, имеющего непосредственное отношение к образовательному учреждению, личности, вошедшей в историю Отечества. Я хочу вам пожелать. У меня 2 пожелания к вам, чтобы каждый из вас сидел за этой партой. А второе у меня большое пожелание, чтобы эта школа приумножилась партами в честь кого-то из вас. Мы открываем парту героя, летчика-космонавта, очень символично сегодня именно Всемирный день авиации и космонавтики. Владимир Александрович знает лично, действительно, школа носит его имя. И на всех этапах соревнований прославляет данного выдающего летчика. Большая честь сидеть за партой героя, и такая возможность выпадет лучшим ученикам школы. Тем ребятам, которые проявят себя в учебе, проектной деятельности и в олимпиадном движении. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.